Хорошо. Меня интересует ваша последняя встреча с Владимиром Портновым. Жить неохота. А тут еще говорить о чем-то. Хорошо. Тогда буду говорить я. 25 февраля вы пришли на квартиру к Владимиру Портнову с целью убить его. Заставили его вызвать Карину, чтобы лишить ее алиби, затем убили Портнова. Так как вы с сестрой очень похожи, вам не составило большого труда выдать себя за нее. Вы разбросали по квартире вещи, принадлежавшие Карине, например, брелок, от ключей накладной ноготь, финансовые документы, дождались, когда появится свидетель, то есть сосед, и проследовали вместе с ним до метро. Я все правильно сказал? Это все слова. Угу. Неделю назад я действительно была у Портнова. Отсюда и пальчики. А 25-го, как вы говорите, я там не была. Хорошо. Вот на этой зажигалке отпечатки ваших пальчиков. Ну и что? А то, что она принадлежит убитому. Мы нашли ее у него в кармане. Так что последний, кому он давал прикуривать, были вы. Коль, а? Постановление на освобождение Бордовского у тебя? Да. Иди, освобождай свою невесту. Сейчас, где же она? Подожди. Вы что, Карину отпускаете? Да, освобождаем. А ты знаешь жениха? А я думаю, что он землю роет. Жених. Постой, жених, постой! Да вы подожди, мне сказать тебе надо! Жених, жених, дело давнее. Давнее, я тебя сама раз будет. Стой, подожди. Что? Ничего, ничего. Что? Интересно, да? Интересно, я тебе сейчас все расскажу. Ну, расскажи. Да, это не я. Это не я, это твоя Кариночка с Портновым. Кариночка придумала, как квартиры по кругу продавать. Я только договора подписывала, а они с Портновым-то всем заправляли. Да, а судей-то Кариночка с Портновым с жертвами-то прикинули, чтобы свидетель перейти. А мне денег пообещали много. Глупо всей семьей-то в тюрьме чалиться. Но я по сроку нормально отсидела, все, на нарах. А они делиться-то не захотели. Понял? Слава, ты получил освобождение? Иди, иди, не слушай. Жених. Ой, жених. А ты думал, Карин-то такая белая, пушистая, да? Бизнес-леди. А она деньги-то под себя все сгребла. И Портнова себе в койку-то уложила, понял? Мне надо с сыном повидаться. Все, иди.